Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмачка 3. Кровь и вино у нас. Дополнение. Так, мы в Тусенте, и нам надо ехать с чуваком. А как вообще выглядит карта Тусента? Ветряная мельница Дульсиней. О май бо... Вашу мать. Да это ж нахрен как Скеллиги целая. Если не больше. Твою налево. Мы тут надолго. С одной стороны хорошо, с другой стороны я хотел пройти Ведьмака. Сейчас я понимаю, что это будет проблематично. Так, мне надо сесть на плотву и ехать за этим чубзерем, да? А... К месту. Важный парень этот Гильон. Мутации и гроссмейстерское снаряжение ведьмачьих школ. В дополнение кровь и вино вы сможете подвергнуть ведьмака дополнительным мутациям и таким образом открыть перед ним новые возможности. Скоро вы встретитесь с посыльным, который передаст вам очень интересное письмо. Прочтите его и займитесь историей профессора Мора, чтобы узнать больше об этих мутациях. Кроме того, говорят, в Тусенте можно встретить мастера кузнечных дел, который создаст великолепные доспехи и оружие. Собранные же в комплект его творения дадут вам дополнительные бонусы. Эмерин позаботился о его воспитании. Так, ну обязательно мы... Соберем, я думаю, этот самый комплектик. Почему бы нет? Пошла. Так, поехали быстрей. Поехали, давай в портер этот самый падай. Куда ехать, никак показывай. Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари. На службе досточтимой княгини. Во-во. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. Ха. Ля, а здесь такая водичка. Должно быть, уже забрали тех. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Да, так, осмотримся. Орин из Тыбзю. Че тут такое? Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Ну, пойдем посмотрим, куда они пошли. Шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? У нас гости, берегись. Паршивец. А какой 35-й левел, да? Так. Они добиваются? Ух ты, блин. С ними надо аккуратно их добивать, потому что они взрываются, ребята. Вот в чем беда. Это как гнильцы, только что-то подобное. Но они убиваются с помощью арда, так что... Нормально, в принципе. И Квен мой держит этот взрыв. Ищем дальше. Блюдо, кружка. Да, ну новый моб, это они, короче, скрестили утопца и гнильца. Получается. Что-то такое. Скрестили, короче. Это... Так, что тут у нас? Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. Да. Смрад ужасный. Видишь? След от лодки и отпечатки ног. Гвардейцы отплыли отсюда, причем недавно. То есть они ее на лодке свалить решили? А что тут? Гвардейцы вытащили из воды несколько сетей и разрезали их. Крови очень много, возможно, труп был расчленен. Похоже, гвардейцы погрузили останки тела на лодку и уплыли. Похоже. Используя найти... Так, я нырну, осмотрю остальные сети. Сети были привязаны здесь.
Так, окей, я нырнул, смотрю остальные сети. Ну давай, нырни, ёптите, смотри. Вот сундучок. Башмаки. О, тут он что-то. Холст. Это что такое? Салфетка, чё там? А что вот это такое? Ложка? Я думал, это вообще растение какое-то. Шелковый платок, монограмма ДЛК. Скорее всего, принадлежал дворянину. Так. Надо бы понять, куда забрали тело. Пойдем, поймем, куда забрали тело. Нет, викторины не будет. Что теперь? Понятно, что это не место преступления. Тело плыло по течению реки, запуталось в сетях, а гвардейцы выловили его, погрузили на лодку и куда-то забрали. Осмотреть бы его, прежде чем начнет разлагаться. Хозяева постоялого двора наверняка смотрели за стражниками и знают, куда направилась лодка. Спросим их. Сдается мне, у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день, когда из сети вынули из Кромсона останки. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Делакруа? Нет. Он стал жертвой бестии. Возможно. Ты хорошо его знал? Давным-давно мы были друзьями, но наши пути разошлись. Это был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. И много у него было врагов? Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, к которым я не хотел бы возвращаться. Тогда вернемся к этому позже. Пойдем на постоялый двор. Тыкс. Вскоре я тебя покину. Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся в Тусент. Рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. Рыцарь досточтимой княгини. Так и чё мне, куда этот самый? А, в корчму. О, в корчме, я так понимаю, мы там будет с кем поиграть в этот. В гвинт. Когда смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анриеттой. Анриеттой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее по имени, но только не при Пальмирине. Он обижается на такую фамильярность. Сюда заглядывают купцы, сборщики подати и сплавщики. Нигде в Тусенте не найдешь лучшие похлебки из рака. Так, доска объявлений сразу. Тут виднеется. Давайте, о, с печатками. Так, чиновник просит о помощи. Может, удастся неплохо заработать. Может и удастся, но потом. Клянусь честью, неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин де Пейрак Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще, но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Встал я чуть свет, как обычно. Смотри, небо красное.
Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли, человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев досточтимой княгини, дабы выследить и убить бестью. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин де Пирак-Пиран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином де Пирак-Пиран. Довольно меня подначивать. Геральт – мастер ведьмачьего цеха, и у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестии. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно. Гляжу – небо красное. Спрашивай, Геральт, не то мы тут до зимы останемся. Было раннее утро, ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу... Клянусь честью, к делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях на раков. Потом-то что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Что-нибудь особенное, что привлекло твое внимание? Никого не было, только я. А особенного... Что ты увидел? Только если я еще раз услышу, что небо было красное. Голова прямо на воде была. Глаза вытаращены такие, язык синий наружу. А рядом в воде плавала рука. Ты хорошо рассмотрел останки? Я так перепугался, что побежал, что есть силы, в горы. Вернулся с гвардейцами. Они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. Сети мне порезали. До того там все запуталось. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корво-Бьянко, чтобы держать на холоде. Что? Корво-Бьянко — это вотчина барона Росселя. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую... Он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. А что это за темный? Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачика. Погоди, Геральт. А то меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы в конце концов захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Ростель сидит теперь на содержании у брата в Виковара. А я ведь говорил Ростелю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние доблести? Кредиторы в конце концов сообразили, что обещания ничего не стоят. Такие времена. Современные рыцари — лишь бледные тени прежних героев. Правду говоря, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Да. Значит, говорят, бестия — это кара богов? Рыцари отступают от давних обычаев. Прежде они были защитниками княжества, теперь они превратились в крахоборов. Как дам тебе сейчас? Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит достоинство грешникам. Мы свернули с пути добродетели, утратили милость богов, и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней, Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать, этих вещунов в последнее время высыпало, как у больного Чириев. И все твердят то же самое. А что еще о бестии рассказывают? Кроме того, что это божья кара. Люди не так глупы. Они видят, что бестия убивает только в дни святых покровителей. Какая придирчивая.
Так, ладно. Благодарю за гостеприимство, мне пора. Пойду осмотрю тело. Пойдемте осмотрим тело. Бьянка недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги. Наверняка не забудь. Так, ну мы... Ты не поедешь со мной? И правда, тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то? Еще до отъезда в Велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Роль зайца? Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Ну, похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения, уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мильтон. Мильтон Фигельтон. Так, ладно, по основному-то квесту мы как раз сейчас не пойдем. Сведения участников турнира. Во имя графа Морте, я организатор турнира по игре в Гвинт. Как вы уже наверняка знаете, я ввел в игру новую масть, Скеллиги. Я уверен, что она разнообразит Гвинт так, что это и без того замечательная игра станет еще лучше. Почту за честь, если вы выберете для игры масть Скеллиги. Так, ну, тут это все я сейчас так пролистаю по-бырому. Удался. А что это еще? Рыцарь шахматного поля. Так, книжку пока особо не хочу. Да кончи паштет, да хранят боги ее светлость. Так, а тут можно вообще облутывать вот это все, что тут стоит? Ну да, вроде бы можно. Сапоги бы хоть почистил, бродяга! Так, сапоги, подожди. Рецепт похлебки из раков. Рецепт похлебки из зайчатины. Так, корчмарь. Ну, я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку. Но у нас... Так, замени их рыбой какой-нибудь. Так, ладно, понятно. Заменить раков рыбой? Помилуйте. А дальше что? Уксус вместо вина? Петрушка вместо тимьяна? Вы, северяне, хороший народ, только в еде ни шиша не смыслите. Так, о чем люди толкуют? Не слыхал ничего интересного. О чем рыбаки говорят? Об одном норглинге, который раков от окуней не отличает. Давай-ка по делу. Да еще и в чужие дела лезет. Я разговоры клиентов не подслушиваю. И уж точно того, что слышу, повторять не стану. Текс, а ну-ка, покажи-ка свои товары, что у тебя имеется? Покажи свои. О-о-о, а это что, фракция чудища, да? Так, ну мы закупимся, а это фракция Нильфгард. Слушайте, ну я всех куплю. Нормально, мы так это, карт подхоботали. Трофей Голиафа. Ну, трофей Голиафа я не буду этот самый. Может продать всяких вот этих... О, алкашку. Я обычно всегда продаю алкашку. Потому как ее бухать, у него потом все расплывается. Смысла особо нет. Вот, алкашку мы все продадим. Ну, вот этот черствый хлеб. Черствую булку можно продать. Ну, остальное все пусть будет. Остальное все пусть будет. Так, сладкая булка. Угу. Так, давай в Гвинт скатаем. Ой, тут хоть ставки по полтосику. Это хоть куда не шло. Рыбацкой похлебки мне. Давай в Гвинт скатаем. Так, только я хочу... Что-то я с Киэтаэлями играл, и мне вообще не понравилось. Ну, в смысле как? Нация так себе. Так, ну за север мы играли все самое начало игры, поэтому сейчас как-то особо и не хочется. Нильфов тоже не хочу. Вот чудищами я что-то тогда пробовал играть, и у меня как-то оно не пошло. Давайте сейчас посмотрим на чудищ. Давайте на колоду чудищ.
Ольгерт фон Эверик. Бафатель, да, за 6? Ну, давайте возьмем. О, Гюнтер Одим. Слушайте, нам надо Гюнтер Одим. Да, взять этот самый. Корова тоже пусть будет. А что жаба делает? Уничтожает самый сильный дальнобойный отряд или отряды. Так, то есть вот эта жаба, она уничтожает. Отлично, возьмем. Так, золото нам не нужен. Вилка хвост, он не комбинится. Грифон, пугач, кладбищенская баба. А вот катакан комбинится, я так понимаю, с вампирами. Да. И вот этот вот главоглаз надо этот самый зацепить. Так, теперь давайте кого-нибудь выкинуть из этого. Из набора. Ну, этих не вариант выкидывать. О, вампиров у нас дофига. Накеров. Ну вот, кстати, можно... от гулей. Они по единичке, они вообще беспонтовые. Их можно выкинуть, чтобы они не этот. Так, гравоглазы. Ну, главоглазов у нас тоже всего, кстати, 2. То есть, я так понимаю, они у меня не все. Да, давайте главоглазов тоже выкинем. Так, теперь, что нам надо? Командирских рогов 2 у нас есть, казнь есть, да? Мгла, ясное небо есть. Ясное небо я, наверное, возьму вторую. А, все, лимит спецкарт. Тогда давайте уберем мглу, а возьмем ясное небо второе. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас за этот есть. Верните карту из отбоя в руку. Пассивная удваивает силу ваших карт, удваивает силу всех карт шпионов у обоих игроков. Это фигня. Хотя удваивает, ну, силу атаки имеется в виду. Сбросьте две карты и возьмите одну карту по выбору. Удваивает силу всех ваших рукопашных отрядов. Не, ну давайте карту из отбоя, хорошо. Возьмем карту из отбоя. Все, попробуем чудиками покатать. Посмотрим как. Ну ладно, давайте саму партию я тогда в квинт начну уже в следующем выпуске. А этот выпуск на этом закончу. Всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.